На Чапаевской 66 Евгений Сабина живет всю жизнь. Говорит, пожаров здесь никогда не было. Дым заметил случайно, когда в 9 часу выглянул из окна своей квартиры. Панике не поддался, предупредил соседей и вызвал пожарных. Я увидел из окна, что дым идет. Дым идет из-под крыш гаражей. Вот, то есть до конца непонятно, в каком месте произошло возгорание. Вот. Но суть в том, что сразу, естественно, мандраж, бегом выбежал, начал кричать. То есть выбежали все соседи, быстро позвонили в пожарную службу. Ребята молодцы, приехали быстро, вот, оперативно сработали, потушили. Опять же, помогла пожарная стена, что она здесь есть. Большой беды удалось избежать. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома людей. Всего из здания вывели 19 человек, из них 6 детей. Да, я была с ребенком, положу на кроватку, поворачиваю голову, как раз окошки выходили на гараж. Вот. У меня муж сидел за столом, я поворачиваю голову, смотрю, дым из гаража идет, из крыши. Но я, естественно, сразу быстрее мужу говорю, давай, вызывай пожарный, там, кажется, пожар. Горели гаражи и 2 сарая. К приезду пожарных пламя охватило 50 квадратных метров. На жилой дом перейти не успело. На место прибыли 6 машин, тушили огонь 22 человека. У соседа, у него в гараже сгорела резина новая от машины. Он купил только что машину недавно. Вот, сгорело 4 баллона там. Ну, убытки, конечно, там в районе сотки, в районе 100 тысяч. То есть вот это все. Поэтому он, бедный, только построил гараж. Конечно, испугалась. Я была около дома, поливала цветы. Поворачиваю голову, огонь полыхает. Из-под крыши вон там вон. Я начала громко кричать. Я перепугалась, конечно, потому что это пожар. Это как еще не перекинулась на дом? В 21:17 сотрудники МЧС пожар потушили. Жители Чапаевской предполагают, что он возник из-за неисправной проводки. Истинную причину экспертам еще предстоит определить. Лариса Шлафаст, Елена Малютина, Николай Епифанов. События.